Проект «Арт-пространство Аллея молодежи» детско-юношеского центра выиграл на конкурсе социально значимых проектов акционерного общества «ТВЭЛ». И действительно, в летнее время для юного поколения города порой не хватает новых событий. А такие мероприятия у популярного в этот период места раскрашивают лето яркими красками. Мы продолжаем творить на просторах Аллеи молодежи, привлекаем молодежь, привлекаем общественные организации, привлекаем все, кто занимается творчеством. Очень хотелось сделать что-то такое, какое-то творческое пространство, где можно было прийти, найти себе занятие по душе. И вот решили, что есть Аллея молодежи, почему бы не воспользоваться этим местом, и чтобы привлечь молодежь именно на свою территорию, не сделать Аллею молодежи действительно пространством для молодежи, чтобы они смогли чему-то научиться или узнать что-то новое, или попробовать себя в каком-то виде творчества и, может быть, приобщиться уже к этому. В этот раз горожан ждали мастер-классы по латиноамериканскому танцу бачата, нитяной графике, аквагриму и оригами. Группы детско-юношеского центра рассредоточились по всей площадке и даже приготовили для желающих медиа-квест. Мы подготовили медиа-квест, игру для подростков, молодежи, которых привлекает журналистика. Будет интервью, опрос и тайный гость. Это опыт работы с людьми, общения и самопрезентации. На квесте каждый смог почувствовать себя настоящим репортером или шпионом. Разнообразие площадок позволило каждому гостю найти свой столик по душе. Мне очень понравилось времяпровождение для моей младшей сестры. Я пришел с семьей, с другом. Мне нравятся различные активности, различные творческие мероприятия для детей, для взрослых, для молодежи в принципе. Сами площадки интересные для взрослых. Например, шаржи от Александра Зеленкова. Любой, наверное, захочет посмотреть, как он выглядит, когда его рисуют шутя. Вот, а также ждем не дождемся, когда будет музыкальная, так сказать, пауза. Интересно посмотреть, кто будет играть и что будет играть. Музыкальным сюрпризом для гостей мероприятия оказалось выступление новоуральской группы электронной музыки Snow Blind Vision. Что же приготовили для гостей организаторы заключительного праздника, узнаем уже 25 августа. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов. Объектив «Итоги».